Ну, чувствуется поддержка, во-первых. Во-вторых, кажется, добрый, такой отзывчивый. Волнуюсь? Поверьте, мне проще правительство провести, чем вот такую встречу сделать. Я очень благодарен, что вы пришли. Вы такие молодцы, правда. Ну, не просто большая семья, это редкость. У нас всего пятеро. Крайнее время имеет трое. Вот с этой визитной карточкой всегда помните, как мне договорились. Спасибо вам огромное. Вот как только покажете в приемной, я скажу, ну все. Вообще большое спасибо за внимание. Да, даже не думали, что такое внимание к нам будет. Ну, поздравляю. Будьте здоровыми и богатыми. Спасибо вам большое. Дай Бог вам здоровья. Дай Бог здоровья.